перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Только сюда еду. Вот именно сюда еду. Видите, какой нарядный. Что, хотите знать, что мне суд сказал? Давайте 70 человек наберется, скажу, что с судом было. Смотрите, ни золота, ничего нету. Калифу, пиздата, нормально, ничего. Здорово, манига. В общем, был я сейчас на суде, мне дали условку 1 год и 2790 евро штраф. Так что меня никто не закроет, ничего. Пошли нахуй. Так что I am free. Да ладно. Заебись, если что, звони. СПБ из. Так что пошли нахуй, не закроют они меня. Всего лишь, да, вопрос решился в 2790 евро. Уже был, манега, уже еду сюда. Все нормально. Спасибо. Теперь, да, годик, надо аккуратненько двигаться. Погодка охуительная, смотрите. Не, с условочкой испанской я могу выезжать куда угодно. Пацаны, напишите, пожалуйста, я уже не хочу говорить, за что меня осудили, уже многим это говорил. Бля, половина еще даже не знает. Меня осудили.
со 179 грамм травы и 356 ксанекса. Вот, Даня. Даня, год условки и 2700 евро штраф. Так что все год. Я разлюлил. Да-да-да, не летом, а которая в мае была. Сейчас буду набирать масочку. Короче, просто реально тут в стрессах жил. Пошли нахуй они. Феликс, здорово, да все заебись. Ты что там как? Как тренировки? Да, еду в такси домой обкуриться. Не, я выездной, все чисто так, условка, чтобы как. Она не ограничивает тебя по каким-то пересечениям куда-то. Чисто чтобы у меня за год никуда, главное, не попасть еще раз. Иначе мне впишут еще до этого, что и какое будет. Пиздец. Красавчики. Ну, заебись. Но только единственное, да. Если тебя жестко еще поймают, хуй отмажешься. Да-да, все верно. Так что после Нового года прилечу в Рожку. Напиши мне еще раз директ или что там, какой теме отвечу, я всех смотрю директ. Нет, у меня не двойное, у меня просто есть резиденция. Так что все good, все круто. Я рад на самом деле, что меня повесили, хотели вообще 2 года дать. И 4000 евро штрафа. Правильно, тренируйся, сейчас зима. Хули еще делать? Пойду-ка блантика сейчас кручу. Да меня, сука, приняли пидорасы ебаные на вокзале. Виделись. Дней 10 назад, может. Мне дали 1 год и 2700 евро штраф. Они... Пидорас, ну чё? Просто за мой, наверное, прикид, они меня приняли. Aquí son todos locos, ¿sabes? Pero es que en medio de la carretera con el carro. No, aquí son todos, digo, estos viejos todos son... Por eso son su tierra y todo, ¿sabes? Y es igual, el semáforo está por el camino, igual. En medio de la carretera. No, te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque está cerca del sol. Sí, lo pega más con la cabeza, te lo digo. Son... Los yayos. Tienen líquido ahí. Los yayos que se creen que suben a la calle. Pero
increíble, ¿eh? Y no se apartan. Ya, ya. Хаунтед нахуй. Я к ним нахуй не принадлежу ничего. Por aquí, por abajo, ¿verdad? Bueno, puede para arriba y para abajo, sí, lo mismo. Y está a la derecha, ¿no? Sí. Yo demasiado. No, aquí para abajo, para abajo, abajo. Sí, lo digo que es lo mismo, sí. Está la furgoneta ahí. Bueno, sí que tienen que picar, yo le voy. Que tienes que picar para entrar. A ver, ya vale con esto. Como si fuera la calle suya.